Салют подписчикам канала о том о сём и случайным зрителям этого видео. Я тут достал сим-карту из своего смартфона и, посмотрев на нее, подумал, а есть ли вообще у этой штуки срок годности? Из чего вообще состоит сим-карта? Какие функции она предоставляет, помимо того, что мы с вами можем звонить с телефона, вставив в него симку? Информация оказалась очень интересной, я перерыл весь интернет и узнал очень многого, а вот такой вот маленькой, казалось бы, пластиковой карте. И этой информацией я сегодня поделюсь с вами. Вы просто будете в шоке, друзья, от того, что представляет из себя вот эта вот обычная, казалось бы, безделушка. А теперь вспомните времена вашей юности. Помните, были таксофоны, такие стационарные телефоны на улице, через которые вы могли звонить. Раньше туда надо было кинуть монетку и совершать звонок. А на старых, уже поздних таксофонах надо было покупать карту специальную, вставляете ее в таксофон, совершаете звонок, и потом, когда на карте этой кончается баланс, выбрасывайте ее нахрен. Либо делайте из нее вот такой брелок. Но суть в том, что вот эти вот карты в таксофон, это и были прародителями вот этих вот сим-карт, которыми мы сейчас пользуемся. И дело в том, что обычная сим-карта, когда смартфоны начали становиться массовыми, имела вид вот такой вот. То есть это типа обычная сим. А потом Apple со своими там айфонами всякими начали уже что-то выдумывать. Все смартфоны подхватили этот тренд и начали делать мини-сим. То есть обычная симка, чип остается тот же самый по размерам, а вот пластик вокруг нее становится меньше. Потом уже появились микросим, и, собственно, вот микросим — это минимальное количество пластика вокруг вот этого чипа сим-карты. Вообще, как устроена симка? То есть она представляет собой вот этот вот небольшой чип на пластиковой подложке, который вставляется в мобильное устройство для идентификации абонента в сети оператора. Несмотря на то, что с виду сим-карта устроена очень примитивно, на самом деле это гораздо более сложное устройство, чем может показаться на первый взгляд. Внутри сим-карты находится настоящий мини-компуктер. Этот компуктер имеет свой процессор и память. На памяти мы, естественно, можем хранить различные номера, записывать в телефонную книгу, но эта память там не только для номеров. Там хранится и номер идентификации абонента. Ну и плюс мини-компьютер, установленный в симке, генерирует уникальные ключи аутентификации, которые позволяют сети оператора распознавать абонента в сети и отличать его от всех остальных, чтобы предоставлять ему доступ к услугам связи. Вот на такие вот штуки способна всего лишь одна маленькая вот эта безделушка. Но сейчас уже на более современных смартфонах начали появляться такие штуки, как eSIM. И вот этот вот eSIM — это установленная, уже впаянная в телефон сим-карта, на которую вы можете записывать различные другие сим-карты. То есть несколько сим-карт на один вот этот чип eSIM. Прикол в том, что сим-карту, ну, как бы по умолчанию взломать нельзя. Она оператором связи выпускается в единственном экземпляре. Именно с информацией, которая в ней записана. Номер идентификации здесь один. И второй такой сим-карты быть не может. Но я порылся на AliExpress и нашел интересные аппараты. Я ссылку на них оставлю в описании. Можете приобрести, кому это необходимо. Этот аппарат клонирует сим-карты. То есть в комплекте есть сим-карта-болванка. На нее вы как бы перезаписываете вашу сим-карту. Через компьютер все это работает. Я, честно говоря, не знаю как, не вдавался в подробности. Но, тем не менее, мы можем клонировать симки. И у вас будет две одинаковых совершенно сим-карты. И вы сможете их использовать в разных смартфонах. Хрен знает, как это будет работать, честно говоря. Ну, кому интересно, можете заказать, попробовать поковыряться с этим клоном. Может, что получится. Ссылка будет в описании, друзья. А вот если мы уже регистрируем eSIM в телефоне, то у нас физическая сим-карта работать перестает. То есть у нас либо eSIM, либо физическая симка. Вот такие пироги. А вообще, я так посмотрел и думаю, а сколько вообще сим-карта может служить? Есть ли у нее какой-то срок годности? В общем-то, узнал, что срок годности сим-карты 10 лет. Но это чисто условно, потому что, смотря как вы используете симку, достаете ее из смартфона только при смене телефона, там раз в 3 года, то, естественно, сим-карта проработает и 20, а то и 30 лет, без проблем. А вот если вы каждый день ее достаете и пользуетесь, то она, естественно, износится, и вам придется ее менять. Менять сим-карту очень просто, то есть приходите в салон связи оператора, которым вы пользуетесь, с паспортом, и, в общем-то, говорите, что сим-карту потеряли, или она сломалась, и вам бесплатно, внимание, друзья, бесплатно должны выдать новую сим-карту. Она будет точно такая же, будет повторять ваш личный номер. Ну, естественно, контакты на симке, если у вас были, они все сотрутся, память будет чистая. Ну, вот так вот в двух словах, а вот такой маленькой, казалось бы, безделушке, которая выполняет очень большие и важные функции,
функции в вашем смартфоне. На сегодня у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал. Я сделал также канал в Рутубе, если YouTube у вас штормит. А также есть канал в Телеге, туда все видосы дублируются, где бы они не были опубликованы. Поэтому подписывайтесь везде и остаемся с вами на связи. На сегодня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!